Библиотека – место такое, где вас всегда интересности ждут. Люди приходят дружной толпою, смотрят концерты, книги берут. Их не пугает ветер и стужа, пусть гололед или дождь как назло. В библиотеку им очень нужно, там хорошо, там уют. Встретить с улыбкой библиотекарь, знает про книги он все и всегда. Быстро найдет он по картотеке все, что угодно вам без труда. Повесть, поэму, сложный учебник, Мцыри, Муму или Маленький принц. Библиотекарь – это волшебник, служит он магии книжных страниц. Библиотека душу излечит, скучно не будет здесь никогда. Квесты, концерты, клубы и встречи для книголюба любого мечта. Пусть будут вечно библиотеки, пусть в них читатель довольный идет. Литература, друг человека, библиотекари. Только вперед!